там совершенно вроде бы идет про конец света, и вдруг совершенно такая неожиданная фраза. Сделает он так, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет имя зверя или число имени зверя. Вот это, кто имеет Мавра, другими словами. Кстати, М в 14 букву алфавите, МММ 42. Так что все, скойс. Все идет по плану.